В результате преступных действий армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе и прилегающих районах сотни тысяч людей, не только азербайджанцев, но и представителей других национальностей, были изгнаны из своих домов. Как передает канал 13, об этом в интервью телеканалу CBC заявил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман. Гусман отметил, что не смог сдержать слезы, когда президент Ильхам Алиев 8 ноября объявил об освобождении Шуши. «Фашисты-сепаратисты на моих глазах оккупировали часть моей родины. В Карабахской войне погибли и мои близкие друзья. Поэтому, когда Ильхам Алиев объявил о выполнении завещания своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, и освобождении Шуши, я заплакал, потому что для тысяч моих соотечественников это восстановление справедливости и возвращение чувства достоинства. Теперь мы уверены, что кровь наших шахидов отомщена», – сказал он.